канале. Меня зовут Валентина. Эти два рецепта в тарталетках уже нами испробованы не один раз, и я вам предлагаю два своих рецепта к праздничному столу. Тарталетки, сделанные по моему рецепту, понравятся каждому. Давайте готовить. Нужно обязательно взять шпроты. 1 ложка муки понадобится, 100 грамм сыра, 3 яйца, 1 ложка кетчупа и, конечно, сами же тарталетки. Давайте готовить. Сыр натерли на терочке. Шпроты у нас без консервантов, мы их растираем вилочкой. Смешиваем наш сыр со шпротами. Добавляем наше масло с баночки, оно светлое, хорошее. Взбиваем белки до первых пиков. Выкладываем сюда немножко и оставляем для верха. Внизу вверх мы перемешиваем. Вот так. Берем нашу смесь и добавляем сюда. Выкладываем. Осторожно перемешиваем. Тарталеточки. Наполняем. Нам хватило на 12 тарталеточек полностью, видите? Можно чуть дополнить. Наши тарталеточки на противень. Десертную ложку и десертной ложкой накладываем белок наверх. Тарталетки ставим на 15 минут, 180 градусов. Очень красивые получились у нас тарталеточки. Видите, румяные. Очень пахнут приятно. Сейчас мы будем формировать на тарелке. Тарталетки из паштета и шпроты с сыром наши готовы. Всем приятного аппетита. Готовьте, вам понравится. Спасибо всем за просмотр. Жульен с грибами, с сыром, вот таких вот тарталеточках. Сейчас мы их распакуем. Кто-то готовит тарталеточки, а у нас они вот такие покупные тарталеточки. И будем сюда начинять. Для наших тарталеточек поджарили шампиньоны с луком, добавили соль, специи, она 20%, и курица поджаренная слегка. Тарталеточки сейчас мы укладываем аккуратненько. Это сверху посыпаем мы сыром тертым. Ставим тарталетки в духовку на 10-15 минут на 180 градусов. Ну, смотрите сами, у кого какая духовка.